Вы долго присматриваетесь, куда вложить свои деньги? Я вам советую торговую биржу Binance, номер один в мире по заработку. К новичкам я не советую вообще соваться во фьючерсы. Лучше всего классическая спотовая торговля. Давайте покажу вам свой кабинет, как вообще я зарабатываю свои деньги. Я покупаю криптовалюту по меньшей стоимости, а продаю по большей. И при этом я не теряю ни копейки. Я знаю, что она рано или поздно дойдет до своего промежутка. Вот на примере графика. Я ее приобрел по 16 тысяч, даже меньше, по 15 900. И я ее продам по 20 тысяч. Здесь я заработаю свой хороший процент. Итак, всем привет! С вами снова на связи канал Андреус Крипто Ньюс. И в этом видео я вам хочу сказать, что есть огромнейшая возможность заработать миллионы. Хотите вы этого? Я думаю, что хотите. А достойны ли вы этого? Это уже другой вопрос. Но однако, я считаю, что каждый имеет шанс на удачу. Так вот, никто не знает, как будет, но я уверен на 1000 и 1 000 000%, что криптовалюты из топ-10 как минимум дадут сумасшедшие иксы. Давайте возьмем пример Solana, который еще относительно недавно стоил буквально меньше доллара. Сейчас он стоит 224 бакса. Это увеличение в 500 раз, то есть 500 иксов. Взять пример Кардана, который в скором времени будет проводиться листинг. А мы знаем, что листинг криптовалюты всегда имеет высокие шансы на успех в капитализации. То есть именно уровень стоимости монеты будет выше. По моим прогнозам, в этом году мы будем ждать Кардана по цене 5 долларов. А это уже памп на 200, даже с плюсом процентов. Интересно? Еще как. Хочу вам сказать про Dogecoin, возможно, до доллара. И то эта возможность, скорее всего, будет уже не в этом году. Исчерпала эта монета все шансы на развитие. Есть возможность в следующем году. Shiba Inu даже не буду рассматривать. Это скамовая криптовалюта, которая, в принципе, да, она даст иксы, но это крайне небезопасная сделка. Входить в эту монету рекомендуется только маленький процентов от депозита. То есть потерять там 10 тысяч долларов, например, будет не очень приятно. Однако есть, конечно, инвестора, которые и закупают и на большие суммы эту криптовалюту. Однако печально то, что именно владелец этой криптовалюты является, по сути, 50-процентными составляющими. То есть он владеет половиной акций. Он может легко продать, и в итоге вы останетесь с крупным нулем. Про Shiba Inu понятно. Мне еще очень нравится, сейчас скажу, Litecoin. Очень недооцененная криптовалюта. Токен, который минимум 1000 долларов будет стоить в своей истории. Он будет идти по стопам эфириума, который в свое время также недооценили. А эфириум имеет все шансы дойти до отметки в 10 тысяч долларов уже в следующем году. То есть это памп больше 200%. Terra – хорошая криптовалюта. Потом, так, я пропустил походу. Подкадот. Ну, в общем-то, вы поняли, про что это я имею в виду. Дот – криптовалюта, которая также имеет вариант развиться на 500 с плюсом процентов. Uniswap – офигенная криптовалюта, имеет все возможности подняться на 1000%. Она будет стоить больше 300 долларов. И я вам это гарантирую. Просто необходимо время. И много таких криптовалют вообще находится в топ-100. Трон – X10 его ждет. Bullshit. VeChain. Тоже X10, даже X20. Atom. Это криптовалюта, которая также будет пампиться. В общем, много чего интересного. Но, если хотите реально не прогадать, советую же вам все-таки, дорогие друзья,
распределить свой депозит на те криптовалюты, которые я назвал, либо которые вы считаете для себя более интересными. Распределите актив и забудьте на лет 5. Я вас гарантирую, будете приятно удивлены. Пока. That they're relatively unfamiliar with or new, and it's just an interesting activity, being a financial regulator and sitting in your chair. So, I mean, when you think about the technology and the challenges that poses, how do you go about the business of identifying and keeping your eye out for the risks, again, not just in the or associated with the product, but with the technology itself as it becomes either commoditized or infiltrates the traditional financial marketplace? Well, again, we're for innovation. So really in more mature areas like use of the cloud or artificial intelligence, there continues to be challenges of how regulators look at those things. You know, does the cloud represent a higher degree of cyber risk? You know, is artificial intelligence, if you use it, do you perhaps violate concepts of fair lending or disparate impact that are concepts the CFPB has? So all these are questions that really need to be solved. So I consider that kind of the crypto is kind of the new thing. The core fintech are sort of established processes that have gotten to some stage of maturity, but still need increased level of maturity for regulation. So that's why in that report, we kind of separated the two. One, we weren't finished with the digital asset work, so we weren't ready to publish on it. And two, those reports were Treasury recommendations. They weren't interagency, so we did sort of make an effort of triangulating with other regulators, but they were really our thoughts. We had the pen. So that's, you know, so really the excluding digital assets from that report is just a matter of, you know, if that report was a year from now, you know, it would have been integrated. But I do think it's important to look at the nature of fintech, and these are fairly traditional, addressing fairly traditional financial services needs. It's sort of in some ways, a disruptive marketing technique. It can be a disruptive credit analysis technique. Speed to market innovation can be quicker. But it's largely sort of overlapping with what we would all consider traditional financial services. Crypto, digital, blockchain technology is like a whole nother step. So I guess the first thing is to get the first phase right. And I think we put out a framework that we're moving forward on. I think on digital. And the People's Bank of China have harnessed this and are ready to put it out there. There is concern that this could put the U.S. dollar into jeopardy. What I would say to President Trump and Chairman Powell is we shouldn't paint all crypto with one broad brush. What I think you see in their comments is the kind of very general view that can crypto be used for illicit purposes? Can crypto be used for anonymous transactions? The U.S. should not take a blind eye and not recognize it.